сегодня здесь соревнованиях одерживает Павел Стецюк. Что первое место 10 тысяч гривен больше заслуживает Вячеслав Петрович. Что поздравляем Диму. Ну что, теперь слово за судьей. 3, 2, 1. Итак, третье место. Виктор Маликов. Давайте будем награждать участников. Кто аплодисмент? Виктор Маликов, третье место. Это очень достойное выступление. И какие-то, я так понимаю, небольшие технические нюансы сделали Виктора бронзовым призером, хотя он вполне мог бы претендовать и на победу в сегодняшнем конкурсе. Браво, аплодисменты, 500 гривен и памятные подарки. 1000 гривен за второе место получает Вячеслав Петрунь. Ну и еще раз, друзья, победитель Павел Стецюк. Отдельно я по просьбе организатора. Огонь!